Кламбу напишите на кота, чтобы на мага заходил. Да, он АФКшит. Сейчас до ребра дойдем, не будет его, то мы его меняем. Паладины, смотрите. Войд каски раздаст, Амдерис раздаст нам монореги, Виталий Кун кулаки. Я раздам прут. Столик, пожалуйста. Маги. Я пока не могу прочитать это заклинание. С руля света идешь в ШП. Санчо у нас холи приз будет, я тебе нам не нужен. Вилджи саунд столько. У меня уже достаточно таких предметов. Тихо-тихо. Ауру коня лофаем, ставим другую. Пожалуйста, на пул. Хорошо. За стенку прячьтесь. Я пойду по ловушку обезрежу. Ты ее найдешь. Обезвредил, Хризи лови. Хриз и убегай лови быстрее. Убегай лови. Больше не буду пытаться. Виноват. Сколько нас сбиваем сзади. Сначала заливаем этот крыш по УЕ, потом большого. Блять, ну нахрена это делать? Посмотри, кто это? Да какой-то ниндзя, какой-то чувак в костюме ниндзя. Я не заметил, кто это, все, что я заметил. У тебя мозгов нет. Простите, это был не. Короче, трэш загрели вот эти стражи. Я что-то на вас грешить начал. Это не пуги были, это стражи. Загрели трэш. И трэш стоял, мочил стражи. Такое иногда бывает. Просто этот страж какого-то хрена переключился, побежал на нашего слугу проклятого. Я смотрю, бежит тело через центр. Так, то все хорошо. Давайте активируем еще одну ловушку на пулю на деку. Я ее снял. А, ты снял? Ну, хорошо. Давайте подходим ближе. Сейчас чек на присутствие дадим. Флампо не идет, значит мы его меняем. Паладина разбафали, да, вижу 4 бафа. Идем. Никто. Друг на друга не пишем в РК. Да, пожалуйста, просто пишем, что ролю, мол, так и так, ник своего персонажа в РК и ролю на такой-то спек, вот и все.
Скоки забирает Void Force. Мы предупреждали, что они анровом уходят. Квест делает Ю-бум-бум на Ванателе. Кому там кровь нужна и так далее, предупредите по ходу. МТ Хризи Филакс. Простите, Хризи. Хризи. А, перекур строим, может быть. Что-что? А 3 минуты перекур строим? Нет, никаких перекуров. Идем под... Так, чек. Мы очень долго собирались для того, чтобы еще перекуры делать. Потом на трэше можете между кварталами какой-то ДД отойти, только не все вместе. Люфтваффе, ЛГ, Лирио, Виталий Кун. Да-да-да, все, поехали. Готов. Плюс Люфтваффе, чего не хватает. Вроде все есть. Дайте каску, я его укал. Сейчас она кей будет раздавать. Каски. Иллирио, ты в РК? Неистовство Лофой. Я бы написал. Надеюсь, он в РК зайдется. Если тупить никто не будет, кто не исполнять. Две вальки агрит, там никто если не будет. А есть у кого КВ на ребро? Что? Лучше на ребро КВ? Нету квеста на ребро. Ну вот, давай ты поразруливаешь вуд, а я буду трэш танчить, быстрее будет. Лирио, что тебе не хватает? Дайте приста баф. Дайте масс баф и быстрее, ребята. Начинайте танки. На пол на звезду погнали, Хризи. Даем Геру, становимся оффрейм, долбим ребро. Мы сбиваем милики, РДД. Всем привет. Привет. Шипы вливаемся, сбиваем. Скоро вихрь, давайте сбили. Хризи, ты влево, я вправо. Че там, на ЕП или соул-чатом? На ЕП и соул-чатом. Лужок не стоим. Вихрь скоро заканчивается. Был ближе становится. Шипы будут аккуратно. Ждем, пока лужи спадут. И в следующий раз, пожалуйста, вот так вот не ставь его, потому что очень неаккуратно. Ух ты, меня на шип за. Бейте РДД, только мой шип. Милики не надо. Под клик попадете. Шипы сбиваем. Кан повис. Повис. Ударьте сзади, пошучу. Шип конта. Ты добиваем. Ты босса. Шипы сбиваем после смерти. Все, грац всех. Разруливает вуд Лойд. Да, пояс первый провал. Ребят, два пояса, два РДД, рольте, еще один РДД, рольте. Что это все? Кому еще нужно? Не, на Эршаму там другой пояс. И на Элема.
Там Саурфанга был я. Две пачки не агрим, пожалуйста, звездопад не даем, по одной пачке агрим. Кивы, кому надо, Эрдру, Холи Прист, Шейки. Потому что так... Он на мейн, он Холи Прист. Пять на пул, пожалуйста, град стрел ханты. Рога. У нас уже минус два. Умерли. Была бы разнообразие речи боссов какая-нибудь другая. Ну да. Да, одно и то же повторяет. Как в ДНД, да, чтобы варианты ответов были диалогов с боссом. Ага. О которых вы не в силах даже помыть. В этом плане с пугами интереснее ходить. Обязательно какой-нибудь долбой у Фредди найдется, потом. Ну, Саванна, Саванна, выйди, пожалуйста. Спасибо. Если на сейчас я заберу второго, там это будем. Начнете добивать. Блудмун, выйди, пожалуйста, Рейта. Если тебе не хватает экшена в жизни, собирай 25-ку ХМ по вторникам. Там вот интересно. Кризи, забери на мне метку. 20 тел, да, еще скажи? Не, ну тебе же не хватает немножко экшена в жизни. Да нет, экшена в жизни там не хватает. Пугов насобираешь, там 5,8 и красота. А он же я, блядь, одну РС собрал, несколько экшена было. Зато люди будут счастливы и благодарны тебе всю жизнь. Ну и да. Пуляем, подождите, ресим, ресим паладина, баф, потом пуляем. Хризи, давайте справа и слева быстро забирать, и с лестницы будет спускаться тоже мой будет. Ребят, трэш надо активно сливать для того, чтобы он не вешал на себя защиту отражения магии, не перерождался от фанатиков, танков не убивал. Кого в контроль будет брать, пожалуйста, присты, у вас есть мгновенный фир, если рядом с вами цель, сразу фир ему давайте, чтоб не милик вас не убил. А селедку можно? Есть у кого рыба. Ну или так. Ладно, пошлите потом. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Хризи, давай. Так, этот, короче, стоит, кастует, сволочь. Аккуратнее, он все щит одел, не убейте сердце. Ты не в сил противиться моей воле! Контроль. Смотрите, вот вы не дали сейчас фир, насколько я видел, и он пошел рейд бить. Стоп, эндомаг по леди, сейчас трэш выйдет. Сейчас еще одну пачку трэша убиваем, потом переводим леди. Топнули, дамаг по леди. Ты не в силах противиться моей. Протопал в контроле. Пожмитесь там лазик и забейте трэш. И на ступеньках, Хризи, забери трэш на ступеньках. Отбабывает, короче, им зал. Давай, танчи. Хризи, сливаем.
сливаем барьер, даем на пул на Crazy Fever. Звездочки на пул. Дух, аккуратно, смотрите, камелизон идет. Аккуратно. Дух, камелизон идет, носовый идет. Опять на пол напал. Можете убить танка, я не против. Уже убил. Хороший был парень. Ваша смерть. Ну, все живы, все хорошо. Можно, пожалуйста, попросить тебя через ОР кидать в ролл? Нет. А почему? Не умею. Слэш ОР пробел линкуешь мод. Нет, это долго. Надо кому-то. Давайте квест сделаем. Кожу. А кому надо, рольте сразу, просто пишите на офспик, мы уролите. Вот и все. А квест будем делать, нет? Знаете, наверное, не будем делать. Возможно, в другой раз. Давайте договоримся. Если быстро убьем там Синдру, можно перед лечом сделать этот квест. Он все равно не откатится, он останется здесь. Давай, если давай. Будем долго идти, то тогда никакого квеста. А главное, перед лечом, а не после. Ну, перед лечом, да. Потому что потом пропати делать никому не хочется. Помните мне. Алло, у меня 95, а что ДС не мне достался? Подожди. Вот ты зря не ролишь через ОР, потому что чувак кинул 95, а ты отдал тому, кто кинул 92. Ты не увидел этого, так было бы видно, кто сколько кидает. Ну, передаст, наверное. У нас в гильдии с этим проблем нет, не видел, ничего страшного. Блять, из-за 200 голда, блять, слить. Даже если не передаст. Охуеть, просто 200 голд, иди я, блядь. А если бы это багруха была, и он бы прожал альтов 4 и сказал бы, что у него потом свет рубанул? Ну, такого не было. Это нормально, движуха, в принципе, для нашего сервера. Наверное, когда багруха, я буду повнимательнее смотреть, да? Там всё-таки она 100 тысяч. Вы, походу, на... На Логане первом не играли. Там вообще без предела. Это дикие неандертальцы. Ну, у нас более-менее цивилизованные рейды, поэтому у нас такой фигни не происходит, что кто-то кого-то кидает, лофается. А кто, Бера, ты кем сейчас едешь? Хорошо, Рога в пушку, кто там еще в пушку пойдет? Виталий Кун пойдет еще. Смотрите, что-то у вас сильно много. Давайте Рога, Баламут, Виталий Кун и Бладбен. Хорошо? Ой, висит. Бейте трэш. Ой, висит. А у меня у мага 5 КГС пули делать, я в пушку пойду. Хорошо, короче, кто занял, тот и занял. Давайте трэш убьем, разбой висит. С руля выйди, дай мне. Побить, я же все равно вагон. Давайте быстрее трэш тут убиваем, чтобы бой скинулся. Спасибо. Тобер, ты тут? Где-то был там Октобер ВК. Как у тебя ник в рейде? Меня Люфтваффе. А, Сэмп вот этот, да? Да. У вас фул? Да.
Окей. Okay. Так, из какой гильдии? Я ни с какой. Я сам по себе. Свой собственный, как дядя Федор. Ты это, ролить умеешь? Ну я знаю тактики, но ролить не сильно люблю, потому что дофига тупорылых людей. Ну вступай к нам в гильдию. Я подумаю на ваше предложение. Хорошо? Пополнишь ряды умных людей в нашей гильдии. Адекватные люди очень ценятся. Хризи будешь. Бля, берем ран. Если кто не готов, я все равно запускаю. Че вы на ком сейчас? Корабля. На кораблях. Нет. Да и... долбоебы одни, блядь, в рейде, сука, улетают и улетают на ловушках. Это с кем ходил? С Кирцелом? С паник? Мне что-то изменилось, отношение Кирцелу, блядь. Че, кто уступит на сурка? Кто уступит на сурка, слот? Интересно, это Хил не пойдет нам уступать, потому что... Отожмите, пожалуйста, клавишу, а то меня фонит, мне это не люблю, когда слышу себя по два раза. Вроде не от Копара, от мистера Фрэнка этого фонило. Наверное, от него. Ну-ка, сейчас еще раз попробуем. Алло, алло, нет. Че? Ничего, видишь, от Копара не фонит. Это мистер Фрэнк ВРК ему мод дал, что-то там перекинул туда-сюда. Папа, уступил слот, нет, с гильдии. Кому не нужен срок? А чё ты костяк? Чё? 8 месяцев не играл, просто когда, не знаю, прикольно, но могу уступить. Ну давай, после кораблей протанешься. Кем ты к Эпар зайдешь? Фантом. Фантов и так далее. А хуй с ним че? Это типа крутой код, да? С войски. Не знаю, по-моему, от тебя фанило. У тебя на активации стоит или голос? Как там сейчас стоит РК? Скорее всего голосом, потому что фанило сильно. Да, повторялось. Что другие люди говорят. А, ну раз выключил. То включим. Оружейники, огонь! Сколько там до заморозки, не успеваем, да, слить. Ну, разряжайте все равно, чтоб не слились стаки. Разряжайте. Бьерн, ты чё на ком? Я на протопале. Не верь, не поверишь, вообще ничего на него не падает. Вот только с ИВК падает, а с ЦЛК вообще ни на ретриках не падает, ни в десятках, ни в двадцатках. Ну так, да, чё? На мага падает постоянно. Чётко забрал этот пояс, ступа на протопал. Бисовый, блин. Ты рад? Инград сочила. Да чё там радоваться? Я танчить не умею никогда. Давай пока я пати плюсну. Сейчас что-то разролим с сундука друид и портанёшься. Раз ты 8 месяцев не играл. А чё, где ты увидел дохуя хантов, два ханта, всё? Ну два, ну... Поли. Шевелю. Смотри, какой хороший лут. Да, неплохо. Маш, поставишь, пожалуйста, шкаф? Кольчуга надо кому-то? Ханты бусинка. Маш, а почему ты не ролила шею? У тебя перекап меткости будет? У тебя просто хуже шейка. Да? Я не увидел.
Так, портуйся тогда. Кто там костярит, да? А, он уже портанулся. Хорошо. Ну, я остался в РК, если что, говорите. Да, 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 если что, мы тебя позовем. Спасибо. Смогли его, да? Да, но он еще не примет. Все, здесь. Давай. Дайте бог. Так, я прото, кто там каски, Лирио, да. Виталий Кун, кулаки. Ну, всех есть. Там Дэрис Монорейки. Каску только по ханту осталось дать на Тигара. Нет, куда он сейчас. Ну, и приста баф не помешал. Звезду бафните, короче, что не хватает. А рыба можно? Дайте рыбу, если есть у кого. Кто каски дает? Вот, рыбка, спасибочки. Чё, копай, давай. Ой, дай ему каску. Кто, пожалуйста, из палов дает каски? Не я. Да дай ты, какая разница. Все равно. Я кулаки дай. Кто как... Блядь, вместо прота дайте нахуй мне прота. Слав, дай ему каску. Не хочу, чтобы Лирия дал. Эй, Войт, блядь, заебал. Дай каску. Орел, выкинь меня, пожалуйста, из пати сову. Турбо Костя. Потом что, позовешь обратно. Мы выкинули уже, нет уж тебя в пати. Нет, я имею в виду и отсюда, из этого. Славик. Из РК. Красава. Че, помиримся писюнами? В центр Хризи, напудаем на Хризи Филакса. Подратик сейчас смеет. Звездочки даем на пул. Ага, в 5 и 8, блядь. Паладины, ретрики, давайте станы трэшу тоже. Вливаемся в трэш, даем станы. Копар, ты что-то далеко, да? А, у меня уже. Че, выкинуло что? Просто завис пиздец. Да. Кризи, забери. Скоро трэш, готовимся. Паладины, давайте по возможности станы. Не гнев небеса точечный поры по трэшу. Бейте последнему. Давайте в трэш. Давайте добиваем. Дальше портал идем открывать. Просто тупо, блядь, 10 секунд зависло все нахуй. Бывает фризы эти. Ух ты, LG, красава. Ладно, там, берите своего, брат. А ты чё, дальше не пойдёшь? Так там, вы же СУ там, блядь, вроде хотели. Или чё? Он с чата, иди дальше. Ну давай, пати хуй. Давай, пати, пускай идёт.
Я думал, мне просто на сурка уступил. 8 месяцев не играл, забыл там чё как играть. Да Гайда посмотрит. Дрольте, короче, кому надо там этот клинок. Защитник. Призи, леди. Хмелю сунели, как так дамажишь, блядь, 6-3 хант. Отходим подальше, паладины, кто там стал, к порталу отходим. Две вали сагрится, 10 минут времени потеряем, вайпнемся и будем бежать, бафаться заново. Оно вам надо? Yellow Claw, подойди, пожалуйста, к порталу. Маг Yellow Claw, ты адекватный вообще или как? Подойди ко всем. Стоим здесь, ждем. Саня, ты видел, что тебе написал? Да. Давайте, вливаемся в альфу, диспелим ее. Ход и всякие с ней диспелим. Все, трэш добиваем. Слава, падал хоть один осколок? Один сейчас забрал. Ну, уже хорошо. Идем на центр, потом на чуму. Давайте снова в Альку вливаемся, потом копии. Джуй, короче, ты наш тащер сегодня. Обновите каску пороги, пожалуйста. Сейчас, подождите, не пуляйте трэш, дайте обновлю бафы. Стоп, стой, Хризи. Спала баф обновляем и пульнем. Там каски нету у шаманов. Пожалуйста, Иллирио бафы каски. Если Иллирио не бафает, то будет хотя бы баф. Я просил не пулять Хризи Филакс. Меня нормально слышно? Я просил Хризи не пулять. Иллирио, бафы, каски, пожалуйста, не свакай. Каски есть. Это уже такой проблемы. Меня там кушают аккуратнее.
Да и без природы нормально будет. Тема на СПД можете не ставить, у нас демон есть. В принципе, тотем может ставить Люфтваффе, потому что от БДК есть баф на когти. Там как раз последний тотем идет. Кризи, веди этого. Ой-ой-ой, собака. Может какой-то ДК выйти, прыгунов стянуть. Сейчас они будут пробегать. Бегут справа по трубе прыгуны. Стяните, пожалуйста, быки. А, убежали быка. Там пес идет слева. Сразу собачку за этим слева. Кризи, первый агри. И веди сюда, веди, веди сюда. Быстро уходим, уходим. Мы долго ее бьем, это мне не нравится. Почему все в АФК уходили, ничего не написали, что за дела? Тигара только АФК. Почему маг вагон? Ага, здесь хорошо. Залейте ману черный лимон, пожалуйста, любой. Друид, любая сова. С руля давай германа. Вчера сначала что упало в гере? Алибард или еще что-то? Метеос. Че, флямба забрал? Нет. А кто? Бангон. Там сова с ровно, а кота забрала. Тот, кто решил посеяться. Гнев небес, пожалуйста. Гнев небес. Активируйте ловушки, бегом. Справа тоже активируйте. Справа активируйте кто-то. Не активировали вы справа. А может слева не активируем? Да нет, вроде я видел, убежали слева. Ладно, пофиг, значит нету. Значит нету. Браво, я сломал. Давайте пиком бежим. Чек на ходу. Это присуманьте, пожалуйста, мне еще раз. Я это сейчас дал ран, быстро смотаюсь там. Давай. Ну, это. После босса, зачем тебе в Далоран? Блять, я уже это... Привет, это... Да, банку купите, все.
Банки. Я быстро. Чтобы еще больше дамажить. Чтобы, ну, чтобы больше пользы приносить. Время, ты и так много пользы приносишь. Сколько мы стоим? Сука, от кого опять фон пошел? Ёбаный брод. Кто-то включает свои эти колонки, и в них слышно мой голос. Ну, логично. Сколько мы простояли, столько компенсировалась польза твоего дамага от этой банки. Да. И то даже хуже стало, дольше идти. Чё ты там? Принимай сумки. Всё, погнали. Давайте, гуляем. Все под боссом, никакой рейнджи, только ханты могут на рейнже, потому что не достают бить. На пулы отдаем на физики отцы. Маги глэбуем, палы, бабл жмем. Иллирион, нажми бабл. Иллирион, у тебя слизнюк, нажми бабл, чтобы он пропал. Иллирион, ты вообще ворка? Понятно. Да-да-да, все понял, все. Сори, я просто сам не прожал крылья с пула. Простите. Их отца вместе стоят по утром других. Вот у меня вопрос, а что Evil Claw делает на рейнже? Ну, вот вы хотя бы тактику учили, стань под боссом, маг, что ты тут творишь? Ей-богу. Ну, Кол, если ты меня слышишь, плюсани, пожалуйста, в чат. Мне интересно, ты в РК или нет? Кого? Ты мага назвал? Про РК. Да здесь, и здесь. Ну, почему ты не становишься под боссом? Почему ты бегаешь на рейнже? Ну, по привычке РДД. Ну, я же сказал, что у босса, что только там ты выходит. Кризис, забери нашего отца. Забираю. Просто смотрел. Разбегаемся, взрывы, сакру дам. Сбежались, быстрее. Молодцы. Поликрист умер. Чего, живем, убиваем. Ведите двух слизней, я заберу, чтобы рейд не дамажили. Сведите на ком-то. Добиваем, давайте, гнилого. Никаких бэров пока не отдаем. Хорошо. Ужасные новости, народ. Кровь нужна кому? Рассын павших. Новости. Он оставил... Ну, никому не надо, отдавай мне. Мне палы надо, если никому не надо. Да я поэт. Потрясающе. Спасибо. На кросс-квестис. Сам шуресни, пожалуйста, Виталий Кун, а то у меня маны нету. Шапка. А Пальпаса как проиграл ролл, да? На кольцо выкинул. На какое? Я вроде еду. Я говорю, на кольцо она выше ролл кинула, чем на перчатки, я про это имею в виду. Зачем мне перчатки?
Давайте подбегаем, бафаемся. Падал у нас вар, приступов один. Значит, должны быть бафы соответствующие. По Санчу, пожалуйста, дайте бафы. Каску, крест, мага баф, друли баф. Угу. А Виталий Куну каску, и Лирио, будь добр. Или будь добра. Лирио, дай, пожалуйста, каску по Виталий Кун. Смотри, меточку даже дам, вон звездочка. И вару. Войд, дай ты, пожалуйста, каски. Мы так долго будем идти, очень долго будем идти. Слав. Бля, я так. Да дай каски, блин. Дай паладину и вару, и мы погнали. И приступ, потому что Иллирио либо не в РК, либо вообще, не знаю, мы потеряны. Иллирио, ты... Вот, спасибо. Давай, бафай каски, ты идешь в вагон. Что-то делать? Тигара не готов, Герд здесь, не здесь, готов. Здесь. Я хавы все, просто. Пуляй, Хризефилу. Приятного. Спасибо. Тем более он в танке сейчас идет. РДД, будьте любезны, мы на рейнджу выходим. Споры, одну в тотемы шамана сбегаемся, одну спору в мелизону. Третью выносим нафиг. Вот, в мелизоне есть спора, стоим. Стоим. Я тебе, знаешь, еще какой прикол предлагаю? Ты бафай сам каски, а Иллирию пускай на тебя щит бафает. Так прикольно будет. Да, он один щит не может бафать. Потом будем просить кого-то полчаса. Как бы не будем, все равно. Так, на танке скоро, так что я стою. Тебе танчить так-то не скоро доведется. Ролик на ретрика вещи. Делай ретрики, нормально. Что это хуйня вообще? Хорошо, будем хилить протопала. Маги, помните, у вас есть глыба, ШП-тучка, для того, чтобы вы не умерли, нагнили. Я все равно сакру дам. Ну, вот все живы, прекрасно. Так. Завязываем с блювотой, набираем рейндж и не будем блювать пачками. Окей. Споры не носим, давайте добиваем. Да не надо споры носить, просто пейте, пейте. Второй книли не бывает. Бывает только берса вторая. Вообще красава стоит и АФКшит тупо. Че ты нахуй берете вообще долбоеба? Что за дела? Почему ты АФК на бусе? Все бьют, ты стоишь АФКшишь. Ты вылетел или как? Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком.
как и гниломорт. Мак, я его вкуал. Что за дела? Я его даже чувствую. Он даже ворка не слышит. Да он АФК стоял полгода. Вот и я так думаю. Спасибо. По привычке кинул, да? Нет, там табличка выскакивает, там Enter нажимаешь, отдается. Поезд на танк. Тебе надо? У меня просто макроса на роу нету. Ну тебе надо, да? Да. Кстати, шкаф, Маш, пока он добежит, мы его суманем. Animal ВРК? Ну да. Animal. Пойдешь кем-нибудь, я не могу. Блин, пса. Сижу. Два окна. В два окна. Ну а долго тебе там? Ну мы тут на фул. Второго босса еще, блин. А, понятно. Че, лед и камень остался. Ну, смотри. Профа убьем, а потом после профа можешь к нам присоединиться, мы все равно трэш будем бить. Там спринцов, лед, ага. И лич. Шамана, не хиль ты, пожалуйста. Шамана, не хиль ты. Ну, спасибо. А, Хризи, у тебя спек ДД есть? А, стоп, не надо, пардон. У нас просто вам делать квест, ее бомбом. Он в обому сядет, Хризи будет водить, а так будет просто пропа бегать бить. Ну что ж, давай, бомбочка. Надеюсь, ты слизней будешь замедлять, и мы не будем... Так а чё, не, пусть лучше давай рагу ему настакаем, он разрядится, и ты потом сядешь сам в куклу и нормально убьем. Да нет, не нужно, он да говорит, где вы уже. Второй или третий шейм он делает, так что... Сейчас прот обновляю. Бьорн, короче, сможете без меня убить? Мне надо до гаража дойти быстренько, там, соседу отдать кое-что. Да. Ну, блядь, себе. Иди, иди. Чё, какие проблемы? Убьём. Давай я пока, короче, портнусь, дал, что на меня не слезли. Да, давай, портнусь. Ну, я захожу. Кто заходит? Бусенька. Так ебаня. Да блин, всем в туалет приспичило, понимаешь? А селедку можно? Есть у кого рыбка, поставьте, пожалуйста. Покушаем.
Че, вот так захуяем, наверное. Да, давайте. Чек и погнали. Невозможно. Сейчас, секунду. Вар, если не будешь делать все как надо, просто предупреждаю, там пить, замедлять слизни, квест пытаясь сделать, то и мы вайпнемся, то следующий трай ты не будешь делать квест. Виталик, он тут? Ага, да, все, поехали. Давай, иди пей, Вар. Босса танчить. Иди танчи. Отличные новости, народ! Те долбим, не стопаем дамаг, слушай, просто выходим на первой фазе и долбим трупа. Хризи, не забывай, что профа надо конкретно водить, потому что он плохо водится, его надо далеко убегать, когда хочешь отвезти. Во время, когда ты бежишь, кидать ЛПшки и койлы. Не надо было подводить, но было перевели. Ничего, все... нормально. Великов, ну ладно, молодец. Фух, сразу. Странно, я думаю, мы переведем. ДПС. Давайте слизня бьем. Слизня, сбегаем с собой форс. Пом, лужу пей, пожалуйста. Переводим. Мы считаем сейчас 21 человек пьем профа. То, что у нас лирев танке, тигары нету. И один квест делается из ДДшек. По пельменям смотрим. В рейд полетел. Слушай. Как ты лужи пьешь, Вар? Ну куда ты юзаешь, бляха, муха? Там лужи не выпьет, да он юзает. Боже, что ты творишь? Давай, как, пей. А что ты то не выпил? Ну ты потому что... обосрался, короче. Сейчас, короче, если падаем, да. Сейчас если падаем, ты не делаешь квест. Красный. Страшный. Дал бог лить. Слейте красного, только как можно скорее слейте. И Лири, остановись. Вот сейчас остановись, тебе бог дали. А сейчас кончится бог в этом. Ну, повезло. Эй, ёбаные лужи, что ты стоишь в небо смотришь? Я хуею с тебя, слышишь? Чем дело? Первый знает. Говорит, я уже вторую или третью шейм делаю. Я вижу, как ты делаешь. Оббежали. Профу бежим? Профу. Не-не, ребята, это пиздец уже. Давайте быстрее там диван и куфу диспейте, чтобы быстрее заново начать. Тихо. Сейчас посмотрим. Да, короче, диспейте. Диспейли, если получится. Все получилось. Сейчас диван дам кому-то. На колбы зачем? Ты не умеешь делать квесты, не умеешь пить лужи. Ты какую-то хуйню делаешь. Давайте, падайте в лужу, заходим быстрее. Времени немного, давайте на быстрее падаем. Сбегаемся. Не хильте. Ты какую-то хуйню и бомбом делаешь. Ты можешь как-то это объяснить? Интересно. Какие-то 3-4 шоу, это все хуйня, короче. То, что ты сказал. Есть. Десятки потренируйся. Знаю. Вставай, пацан, вообще неохота. Не, нахуй такое не надо. Ты шейм будешь делать тогда, когда ты сам научишься, блять, все это тактику прочитаешь, когда ты рейды и релить научишься, тогда делаешь шейм. Сам рель и сам делай. А сейчас ты нихуя не понимаешь, нихуя не умеешь. Ты даже не можешь написать, в чем у тебя проблема была. Ты что-то пишешь, согласен, не согласен. Я этого не забуду. Ничего не комментируешь. Что можно сделать? Что-что? Курить. Кто спрашивает? Курить, он хочет курить.
Курить? Нет, нам нельзя курить, нам надо убить босса. Анимал, анимал, спрашивай. Анимал? А, ты нам нужен? Конечно. Плюсуй в гильчате возьмем. Сейчас, вот, разрубай. Кем зайдешь? Фуриком? Типа квест сделать? Ну. Ну если необычное, ты лучше, чем вот эта тварь, понимаешь, как делать квест. Да, необычное вот на ванотеле делается. А если ты таких же знаний примерно, как эта тварь, то нихуя не получится. Вот давай, расскажи мне в чат, напиши, если или если в ВК ты можешь говорить, скажи, как делается квест на ванотеле. Зеркало. Как зеркало надо поймать теперь? Кто знает. И три укуса передать, все правильно. Ну, сделает, пускай необычно, но в отеле квест, все не будем. Раз у одного на профи не судьба. Не, люди, я смотрел, что-то второй каст теней, что ли, вот это второй раз шлем нажимал, не знаю зачем. Да, два раза это уже. Мне так показалось, что у него в голове какая-то хуйня, типа, если 100 ярости, это энергию куклу типа не пьется, блядь. Мне кажется, что-то он неправильно делал. Или вставал в лужу неправильно, чтобы. Короче, это не для него. Шем, можешь задонатить осколки, я не знаю. На квесте это не для тебя. Либо, я не знаю, видео. Давайте скорее бежим. Времени немножко. Ну так а почему ты пил неправильно? Это твои проблемы. Времени немножко у людей не сюда. Маш, пришли, если ты здесь, Эндорама, поставь, пожалуйста, шкаф. Да там в основном все косячат, что встанут сбоку от лужи, прожимают единичку, блядь, думают, что она допилась, и убегают, а она опять разрастается. Надо вставать просто в самый центр, и все. Это называется знание игровой механики. Давай, беги сюда, вар, юбумба. Не достаю. Басываемся быстрее. Animal Jazz. Иллирио, ты каски раздашь, касок не у всех. Посмотри, маги, шаманы. Мы очень долго ждать не будем. Тигары нету. Давара не висит. Ну, прекрасно. Все, все тут. Давайте, я пошел пить куклу. Куда? А куда ты пошел? Стой, не пуляй. Ты что, квест делаешь? Сами же сказали, давайте. Ты внятно можешь это говорить? Потому что тебя было не слышно, когда ты на вара сказал зайдешь. Я тебя спросил, ничего не услышал. Ты в рейд лучше пиши. Или в гильча. Ты что, квест делаешь или что? Алло. Типа, да. Типа, он сказал что-то невнятно, чтобы мы не противились. Анимал, типа, вроде он что-то делаешь? Говорил. Да. Да. Зелен моего, заплюнь за медли, как сейчас появится. Можно я сразу сделаю? Нет, замедляй, потом сделаешь там на второй фазе, спокойно сделаешь. Не сбегайте, добивайте. Вот все. Фаза сейчас будет. Ну, это нормально пьет. На ванотеле у нас все равно будет квест сделать ДК. Необычное сделает квест. Одному каждому. Аккуратнее от пельменей уворачиваемся. Лужи под столом.
Отводи чуть-чуть, Кризик. Катков подходим, отводи. Дай быстрее добивай только, потому что там новое лужа, смотри под столом. Я знаю. Дай красного замедлить. Попытайся. Ох. Потом уже делаю квест. Все, красава. Пельмени в рейд, пельмени в шаманах. Так, красный. Бьем красного, милики, РДД. РДД. РДД бейте красного, побольше вжимайте, особенно совы. Ай, лужи, лужи, лужи. Ты что, уснул там, да, быстрее? Блядь, как вы... как это накаляет, когда вы не гиби можете стей, добить стей, сука, что ты стоишь? Так, зеленого бьем. Стоим, сбегаемся в цель зеленого. Вещи пей, что ты встал? Много луж. Смотри, еще две лужи в небе. Отходите от колб, Кризи, веди. РДД, милики, отходим от колб. Смотри, две, да. Вот одну эту выпей, ту. У тебя есть 15 секунд, чтобы выпить две, потом опять будут две лужи. Красный. Замедли, попробуй, если не... А, или... Ну да. Ты квест вообще сделал? Нет еще. Кастовал или нет? Понял. Допивай тогда и сразу нажимай. Кастовать он как-то зеленого без этого убил. Колбы там. И опять лужа. Сука. Аккуратно, колба. Долбим зеленого, переключились в зеленого, РДД, милики, быстрее. Короче, я понял. Не успеваешь ты, короче. Смотри, уже третья лужа. Ходим от колб, Кризи уводи. Сбегаемся в Войда, все хорошо. Вы тупые, что ли? Почему вы возле оранжевого говна этого бегаете? У вас глаз нет, на голове или что? Вы абсолютно слепые. У вас на 30 секунд снижается меткость на 100%. Раскройте свои глаза, начинайте смотреть. Или вы, короче, в Геру никогда не попадете. Красный не замедлен, я дам диван. Не бог, простите. Боже, все это вайп. Иллирио. Я... Вот, ну, а вот как ты так тупишь? Ну, пиздец, падаем. Иллирио, спасибо за вайп. Короче, смотрите. Короче, иди в жопу со своим квестом, Верзила, блядь. Сидишь в куклу, сейчас сыпешь нормально лужи без всяких квестов. Не, я сам. Никто не умеет квест делать. Все слизни должны быть забиты. Так, смотрите. Баламуту гости пришли. Портуешься в Даларан. Дальше. Я не знаю, Войд, какой смысл нам тягать с собой Иллирио, если на него идет слизень, он стоит, мало того, что ничего не делает, он еще и прожал крылья, короче, на профа. Он прожал крылья на профа, я ему боб не смог даже дать. Вот какой смысл нам его таскать? Он в РК ничего не слышит, ничего не видит, на свайпать дальше будет. Сейчас тупо поводи нас. Есть. Место куда-нибудь. Есть 25 норм. Иллирио, извини, но тебе надо учиться в 10 добычке ходить, с пугами учиться. Заходи, ссылка 25 опыта. Я за... Н? Да. Окей, я сейчас пойду. Я говорю, сейчас диван, да, на нем красный слизень, он крылья нажал и стоит на месте, вообще не отбегает ничего. Мог бы и сам себе боб дать. Да при чем тут изи тактика на квест? Ну так смотри, первого зеленого не замедляю.
Первого красного не замедляй, вот эти боб. Я уже юзаю грань. Остальные лужи все пью и нет, замедляю. Красный замедляется в любом случае. Все, кто делает квест, все равно красных замедляют. Первого зеленого может не замедлить. Зачем первого красного замедлить, если можно боб дать? Сказал, все. Нет, боб — это вершина мастерства игры в Warcraft. Боб дают только самые лучшие игроки на сервере. Таких очень мало. Их можете пересчитать по пальцам одной. Так твой дай чё? Дай их боб. Ну так это. Ну я не вхожу в список таких игроков. Это Джерион входит, а его в рейде нету. Он использует классы на 100%, а я на 30 всего лишь. Остальные игроки в рейде. Кто там спрашивал? Кто спрашивал, пать? Ливерка. Дело не в... Я захожу. Не в твоем квесте, не в твоей тактике. А в том, что в рейде нет игроков скиллованных. В рейде есть вагоны, которые не хотят и не будут помогать тебе делать квест. Квесты делаются обычно в гильдрейде, в пятницу, субботу там или воскресенье. В хорошем рейде, где все с гильдии. Можно и сейчас было сделать, просто те, кто делает квест, хуёво его делают. У меня есть видео на канале на ютубе. Как я делал квест. Рейлил, делал квест. Все охуенные слизни замедленно были. И боб еще кидал. Больше, я так понял, никого нету. Я считаю, нам нужно избавиться от лишних. Так, у нас три слота в ЦЛК.